Подожди, давай. Давай. Вова! Блядь, здесь сугробы такие. Друзья, смотрите на заднем плане, что я увидел. Это знаменитый ресторан «Факел». Обзорная площадка на весь Салехард. Внизу парковка на 30 машин или на 20. Подъемные лифты. Жуть-круть. Но самое прикольное, что эта жуть-круть не работает. Это. Ну, она является визитной карточкой Салехарда. Хотелось бы туда попасть, ну, наверное, в другой раз. Все разузнаем. Ну, действительно, красивое сооружение, такое построенное для людей, не работающее, правда. Ну, посмотрите, понаслаждайтесь, какие я здесь понаслаждался и пошел дальше. Меня удивляет этот город. Всего 50 тысяч населения, меньше моего соснового бора. По площади, как будто пол Питера просто. Широкие проспекты, здесь раскинулся город. Наверное, тундру забрал. Очень хорошо строят, с прицелом на будущее. Потому что вот справа целый район не заселенный. Построены по последнему слову техники и архитектурных решений. Но там, к сожалению, никто не живет. Даже новая администрация себе построила. Вон. Куда ты пошел, Вася? Я библиотеку национальную. Ну, я Малонинск, автономного округа. Хочу приобрести читательский билет. Ух ты! О, следуй за мной. Следуем. Вау! Слушайте. Вау, как красиво. Вон компьютеры стоят такие, смотри. Какое зеленая зона? Вот это, это и чаще всего у нас да? очень. Ну, и холодное время года, и чаще всего идет снег. Регионально мы сделали зеленую зону для того, чтобы они могли прикрепиться к траве. Потому что там ковролин сделан с таким покрытием очень мягким. А, босиком можно пойти, да? Да, мы в столице находимся, да, это окружная библиотека. Вот как раз мы в 2017 году у нас прошел ремонт по модернизации библиотеки именно. Вот сейчас она модельного типа, сделали много зон, которые сейчас позволяют нашим пользователям находиться там в разных локациях, заниматься и интересным делом, развивать, так скажем, себя. Медиалаборатория есть, детская зона. Как видео, а может проведем экскурсию, давайте небольшое. Друзья, я вам скажу, что я первый раз в жизни вижу такую библиотеку, потому что в том понимании, что стоят книжки пыльные в рядах, это уже нету. Все по-другому. Расскажите, как современная библиотека выглядит. Да, сегодня библиотека, как видите, такая современная, уютная, много пространства. Нет старых стеллажей, которые раньше стояли с книгами. Да? Ага. Книги достаточно у нас отдаленные, но тем не менее здесь присутствует весь необходимый фонд, который нужен для наших читателей. Угу. Ну, одна из зон, которую мы сделали, локация, да, это медиалаборатория. Можно сюда пройти. Медиа? Медиалаборатория, да, медиалаб. Это одна из зон, которая оснащена достаточно современной техникой. Это 3D-принтер как раз вот. Да, 3D-принтер. 3D-сканер имеется. Да. Если вдруг у кого-то есть желание смоделировать какую-то деталь, есть установлена программа, которая позволит распечатать именно на 3D-принтере. Да. На денежку заплатить? Да, здесь это платная услуга. Вот если, например, обратите внимание, то это вот Эйфелева башня тоже напечатал 3D-принтер. Это кто-то хотел, наверное, поехать в Париж, у него возможности нет, он решил распечатает и смотрит. Да. Также есть вот плоттер, который... Плоттер-то у вас крутой, я говорю. Да, прямо. Он распечатывает такие плакаты. Ага. Это тоже можно платно обратиться. Кстати, у нас вот... Вот, ребят, смотрите. Вот можно прийти сюда и просто самому распечатать. Мы на рекламу агентства ходить. Кстати, это... Это аниме. Да. Это нанайское... Ой, это ненецкое аниме. Ну да нет, это современное. Это манга. Ненецкое аниме. Ну вот даже здесь представлено тоже это на мероприятии мы распечатываем, если есть желание у вас... у вас распечатать какой-то плакат для себя тоже, ну, да. Опять же, платная это услуга. Ты продолжаешь заходить, давай. Так. А где можно поработать, допустим, за компьютером? Нет, это тоже платно? Нет, абсолютно бесплатно. То есть у вас типа коворкинг-центр есть? Коворкинг-центр тоже у нас. А покажите коворкинг-центр. Вот, вас как зовут? Меня зовут Марина. Марина, спасибо вам, что приняли нас. Это.
Да, мы всегда всем гостям рады, всегда поговорим. А вот видно коворкинг. Да, зона коворкинга. Вау, как креативно у вас оформлено. Циферблат, посмотрите, он называется циферблат. Почему? Потому что вот на данном вот здесь изображены часы. Кстати, напой. Напой, цифра. Один. Один. Яхард, три. Четыре, да. То есть они начали. Но у меня задумка была, знаете, как изобразить вот это? Напой один, допустим, оленевод. Мяхар, допустим, три оленя. Чет, допустим, четыре чума. И это в картинке. Это немецкий язык, да? Да, это немецкий, да. Цифры немецкие. Как у нас жил, видите, прямо к себе домой попал. Да-да-да. И тут получается, можно было в картинке, да, обозначить четыре чума, допустим, да? Чтобы человек увидел, о, четыре чума, значит, цифра четыре. Допустим, пять. И тут 5, допустим, чего-то... Давай посмотрим библиотеку. Я понимаю, что чуть-чуть фантазировать будешь много, но это... Зона коворкинга, да, для как раз... А где компьютеры? Для совместной групповой работы. Если есть необходимость, мы можем предоставить сюда ноутбук для работы. У нас есть... Здесь групповиками занимаются, да? Ну, в смысле, групповой работой. Да, это для групповой работы. Здесь можно и в настольные игры поиграть, и вообще проекты какие-то обсудить с друзьями, с коллегами и так далее. Есть смарт панель, которая тоже... Нет, это я с Питером знакомая, я просто... Да. Я вижу, что очень-очень круто, что у вас они есть. А вот здесь можно поработать за компьютером, да? Здесь у нас 8 да, рабочих мест с выходом в интернет, пожалуйста. Интернет хороший у вас? Хороший. Быстрый? Быстрый. Сколько? Скорость. Я с технической стороны не могу сказать, но да, скорость. А во сколько можно поработать? Это бесплатно же, да? Абсолютно бесплатно. Ну, каждый пользователь может приходить наш и работать за компьютером. Вот, ребята, вот этот свой фильм с Рихард я буду монтировать вот здесь. Да. Здесь есть доступ к электронным базам, таким как Национальная электронная библиотека, также к корпоративному порталу, да, и к электронному каталогу, где наши пользователи могут посмотреть имеющиеся книги в библиотеке. Так, а давайте это а то у нас растянутый получается этот эфир. Друзья, дальше будет интереснее, вы не переключайтесь. Обратите внимание, насколько удобные места, да, для чтения. Вау! Вот как раз наши пользователи могут комфортно здесь разместиться в таких полусферах, так скажем. Ага. Да, почитать, посидеть. С гаджетами со своими. Да, или же в телефоне, почему нет? А вот здесь можно, место... как, ну, этот, сенсорный этот, как его, планшет. Это анатомическое, да, такое кресло, как раз тоже с доступом в интернет. Здесь можно... Фильм? Ну, как бы не то чтобы, да, фильм тоже. Тоже можно посмотреть, но мы развлекательный контент, как в библиотеке. Вы пасете, да, чтобы там да, не смотрели дети особенно, ничего. Вот если в игры не играли, сейчас вот у нас каникулярное время, то мы подготовили программу для них с 2 до 5, пожалуйста, приходят и занимаются. А, вот если обратить внимание, то тоже, да, такое место, да, это тоже для чтения, это мы его айсбергом называем. Круто. Да, такой арт-объект у нас в нашей библиотеке. Здесь, кстати, кресло было, его куда-то убрали. Видимо, на мероприятие подготовились. Да. Это столы-парусы, тоже для парной работы. Кстати, обратите внимание, тоже. А вот здесь студенты, да, часто приходят, наверное, да? Да, студенты, просто люди. Вот и у нас есть постоянные посетители, которые как тоже коворкинг используют библиотеку, занимаются с утра здесь до вечера. Периодические издания по всем отраслям также. Здесь новые выступления у нас представлены, художественная литература также отраслевой. Здесь детская литература, новинки. Ну и куда же без кофе-зоны, и когда долго пребываешь в библиотеке, пожалуй, хочется и перекусить, и попить кофе. Здесь все это можно у нас сделать. То есть попить кофе, снековый аппарат, да, тоже использовать. А вот я вот как-то снимал здесь фильм, и все, у меня вот вопросы вот такие копились. Насчет языков. Все-таки сколько народностей предоставлено, и языки, и как они литературно выражены. Просто ну, можете здесь... вкратце так сказать? Да, конечно. Ну, здесь на Ямале коренной малочисленный народ. Это ханты, ненцы и селькубы. А мансы кто такие? Манси это из больше с ханты-мансийского особенно. А, здесь их мало. Да, да, конечно. И комики еще есть. Ой, комики. Не комики. Это не Comedy Club, да? Комики. Это, да. Коми-зыряне. Народ Коми-зыряне, да. А, именно зыряне, там еще какие-то есть. Коми-зыряне. Ну, вот как раз здесь вот как бы считаются коренными народами именно Ямала. И второй этаж еще есть, да? А славяне это не коренные, это прихожане.
Ну, славяне это мы славяне. Да. Ну, вообще земля ямальская, это кому принадлежит как раз? Вот этому товарищу. Один из представителей, да. Стоит здесь. Подождите, еще. У каждой народности есть свой язык, правильно? И есть письменность. Безусловно. И гляжу, что он кириллица. В основном у них на кириллице пишут. По поводу, да, письменности, я не знаю, на каком там они... Ну ладно. Здесь нужно... Ну, то есть каждый представитель народа сюда пришел и нашел на своем языке литературу, правильно? Правильно. «Войну и мир» сможет? На немецком? Ну, на немецком нет, конечно. Нет? «Войны и мир» нет. Самое, что интересно, да, я расскажу. Самое, что интересно, сейчас... В мире цифровых технологий развит искусственный интеллект, да, и да, наши да. братья, да, вот именно... И Google переводчик на немецкий переведет «Войну и вот, мир», да? Да, да, дело в том, что есть такая программа, приложение Аяна, или, ну, суть не в этом. Это то же самое, как Алиса. И она будет переводить в скором времени и на немецком, ханты, да. Именно даже книжку «Война и мир». Но, опять же, это все в руках нашей молодежи. Понятно. Еще вот вопрос. Сейчас вот очки... заполнены реальности, ну, вышли, вы наверное, видели, да, уже да, первый это Apple, там много еще фирм. Не боитесь ли, что это вообще убьет вот такие пространства? Вот такие пространства, потому что они будут не нужны, молодежь будет сидеть, там пялиться в эти очки, никуда абсолютно не выходить? Абсолютно нет. Почему? Книга, она останется всегда, потому что... Вы уверены, да? Я, безусловно, в этом уверена и сейчас утверждаюсь в этом с каждым днем, потому что наша молодежь читающая, если мы раньше говорили там, ой, молодежь не читающая, угу. есть. Огромный процент молодежи, угу. которая действительно читает именно такую традиционную... Бумажную, именно традиционную. Именно традиционную книгу. Шелестят бумагой. Конечно. Там, даже многие читатели... Вот я предлагаю, допустим, альтернативу Литреса почитать, электронной библиотеки. Да, я думаю, что вы тоже об этом знаете. Угу. Но каждый говорит... Ну, многие читатели говорят о том, что им все-таки важна традиционная книга. Не люблю, например, читать электронную книгу. Но не идет. Я говорю, это же удобно, там в очереди не надо вот какую-то толстую книгу носить. Да. А они говорят, нет. Вот да, запах, да. шелест, это, как говорится, ну да, потому что все ожидали, что это раньше произойдет, это ничего не произошло. Абсолютно это. Нет. Я вас благодарю, вы это очень все классно рассказали. А второй этаж там еще? Второй этаж. Трава, второй говорили. Все, выключалось, так было. Друзья, раньше сидел только библиотекарь, знаете, к нему подходит. Мне книжку, я помню, все хорошо, так берет листочек, написывает «Война и мир». Формуляр. Толстой, формуляр. Идет куда-то далеко, минут 10, а проходит пыльную, приносит тебе книгу. На, вернешь. Это на послезавтра. Это, ну, сейчас я понимаю, что такого нет, но расскажите, много времени прошло. Извините, что место ваше да занял. Как сейчас это происходит? Сейчас это у нас все автоматизировано. Каждая книга имеет свой чип. Есть, а, чип? Да, радиометка так называемая. Есть противокражные ворота. Если вдруг читатель не записал книгу, то понятно, что здесь у нас звучит такой сигнал да, о том, что книга не записана. Читатели наши получают читательский билет. Если вы ему говорите, что верни обратно, да? Мол, если он забрал. Ну да, возвращаю. И говорите, ты не прав, да? Ну как, скажу, вы книгу не записали. А. Или бывает такое, что на первом этаже не читают и говорят, ну, можем мы пройти на второй этаж и почитать там. Безусловно, мы, конечно, записали читателю через вот станцию книгу выдачи. Она такая маленькая. Вот, да, сюда кладем книгу, она считывает. Вот есть программа Ирбис, которая позволяет... А, Ирбис довольно такая, да, уже распространенная, да. И довольно и такая, и наши да, читатели устойчивая. Получают вот такой читательский билет, с помощью которого они могут записывать, издавать свои книги. Сейчас на втором этаже я покажу... Еще раз, издавать свои книги? Не издавать, брать, а, брать. И сдать, а, да, ну, сдавать. Вот, то есть вот с помощью такого читательского билета. На втором этаже у нас есть станция самовыдачи. Я сейчас продемонстрирую вам, как это все работает. Отлично, пойдемте. Все? С этого момента. Поехали. Второй этаж у нас кабинет под художественную литературу. Сейчас мы с вами посмотрим. Дизайнеры, которые... Вау, вот это дизайнеры. Я аплодирую дизайнеры. Да, это второй этаж, который у нас
выделен под художественную литературу. Угу. Кроме этого есть мультизона. И вот как раз танцы книги выдачи, о которой я вам говорила. Ага. Наши читатели самостоятельно могут записывать, также возвращать выданную литературу. Как это все происходит? Кладем читательский билет. В данном случае мы видим, что это Вануйте Юлиана Александровна, но она забыла просто читательский билет. Здесь кладем книгу, выдали, нажимаем «Готово». И отправить, не распечатывать квитанцию. Все, книгу записали. Что, и домой взял? И домой уходим. Вообще круто! Вообще. А если мы хотим возвратить, даже читательский билет в данном случае не нужен, просто кладем на станцию, нажимаем «Возврат», «Готово». Не распечатываем квитанцию и кладем книжечку. То есть подтверждаем, что мы сдали ее. А как ворота называются? Это противокражные ворота. Противокражные ворота. Да. Съезд. Ребята, поверните направо. Неделю назад Илон Маск вшил чип в голову человеку. Скоро вообще не надо, вот эти аппараты не нужны будут уже. Ваш через 300 метров. Поверните налево. Приходить, забирать. Это удобно, наверное, будет. Зеленая зона. Съезд. Поверните направо. Вау, сколько грязи. Тусят. Тут у тебя что-то разговаривает. Опа. Ну-ка. Немцам хорошо здесь. Они с чубов выходят такие, раз, и балдеют. И книжечку. И вот тут еще акустика такая специальная, чтобы не разговаривать, не мешать. Только чтение и все. Так. Друзья, видите, как мало народности радуется вообще. Все для них. Да. Стеллажи, как вы видите, от потолка, от пола до потолка, при том, чтобы достать книгу, мы вот используем такой стремянку. Да, прикольно, удобно. А приемная? И вылазите? Конечно. А приемная это кому? Директору? Приемный директор, да, нет, это секретарь, заместитель директора там сидят. А вы администратор просто? Я заместитель заведующего отделом обслуживания. Понял? Ты что так понизил-то вообще? Ты как тут? Ты фильтруй базар. Библиотеки не администратора. Библиотекари, если что. Вот. А, я сам заметил, у вас там диджеевская аппаратура, да? Микшер. Да, но у нас есть абсолютно любая техника, которая нам необходима для проведения мероприятий. Буквально недавно вот у нас готовился культурный чил, молодежное такое мероприятие, но в связи с событием, конечно, мы это все отменили до особого распоряжения, но тем не менее здесь молодежи очень комфортно, причем мероприятие проходит вечером, когда уже посетителей библиотеки нет, в 7 часов начала и до 10 вечера они могут здесь как раз проводить время именно по своим интересам. Угу. Так я понимаю, то есть можно здесь презентации показывать? Абсолютно все что угодно. Вот тематика была аниме. Тематика аниме была в данном случае. Вот там, наверное. Это конференц-зал. Это баннер, да, это как фотозона. Здесь конференц-зал. Вот здесь презентации как раз проходят. Здесь мы как раз проводим презентации книг ямальских авторов. Обязательно мы их поддерживаем в библиотеке. Как раз буквально скоро у нас будет презентация Артема Косохина, он ямальский писатель, молодой, причем из Нового Уренгоя, приедет к нам сюда. Я не удивлюсь, если ноутбук там MCI. И, друзья, я сейчас попрошусь, наверное, запишусь на презентации премьеры моего скромного фильма «Салехарди». Да. Ямало-Ненецкий автономном округе, который взорвет YouTube, который будет миллионные просмотры, я надеюсь. И мы будем презентовать его здесь. И этот зал прославится просто... На миллионы зрителей? Да. А вы, кстати, если смотрите, то ставьте лайки, потому что вы такой библиотеки нигде не увидите больше. И это, еще колокольчик нажимайте. А если напишите комментарий больше 7 слов, я буду просто счастлив. Я буду вот так челом головой биться в землю. Все. Можно, да, я презентую? Да, безусловно. Все. Конечно, да, вот как раз здесь и монтировать. Завтра вечером можно. Да, вот монтировать уже? Вместе. Да, мы же вот. Да нет, мне смонтировать, я думаю. За один день, я думаю, это можно, очень... Можно, да. Можно, почему бы нет? Первая серия. Вот же и студенческий городок, пожалуйста. Сколько творческой молодежи. Я вот говорю, MCI, если это ноутбук, то здесь хороший диджей, возможно. Нет, не MCI, наверное, мечты.
HP? А, ну это не... А, Nitro 5, Acer, это тоже хороший ноутбук. Именно качественно, в плане... Из народа Ханты Дмитрий Келича, молодой писатель, поэт. Потом еще, ну, насчет писателя-поэта, это он же сам расскажет о себе, не буду презентовать. Или, допустим, Некоще, и кого вы знаете, вот именно из Кубинского. Не наядня. Это уже взрослая женщина. Ну, это да, взрослая. Я говорю про молодежь творческую. Творческая молодежь. Ну, Артем Пасохин, но здесь он, опять же, не с коренных народов. Так, если вот сейчас сразу не вспомню, честно. Ну, ладно. Не вспомню. Некоще, да, она пишет, по-моему, стихи или что-то, прозу. Мультизона. Ага. Мультизона, которая, да, подстраивается под форматы мероприятий. Ага. Здесь как можно и круглые столы проводить, но и также можно смотреть кино на потолке, удобно разместившись на мягкие пуфы. И проектор, который у нас имеется, транслирует видео именно на потолок. Круто, ребята, здесь любые, это желание и фантазия можно воплощать. Да, форматы абсолютно любые. Библиотека. Так что всех с чумов тащи сюда. Чумы. Мы, кстати, будем завтра проводить мероприятие «Игра в Налима». Да, во сколько? Ну, это в 2 часа, по-моему. А мы придем. Как раз мы будем собирать чум. Ну, у нас такой демонстрационный есть чум. Да, это, нет, я вот давайте вы. Да. Вот, хорошо. Вот Василий пришел с чума. Чубаки с чума пришел. Такой бач. Вот нагревается. Так. Вова. Все, бахилы надеты. А то те маленькие, их надо засунуть. Они... И, ребят, из Салехарди все ходят в таких башмаках. Даже по улицам, поэтому здесь чисто. Чем мне нравится на Ямале, здесь всегда дарят подарки. Да. И вот сейчас мне... Вот, да. Да, давайте сразу мне одевайте, чтобы я... Вам такую ягоду самую вкусную, северную. У нас тоже она растет. Это морожка. Да. Ягода морожка. Ты меня манила. Так, а это что мне за счет? А это, смотрите, у нас есть проект «Лектория живое слово», где можно потянуть свой русский язык. Угу. Смотрите, как правильно писать или говорить будущий. Будущее, следующий. Пожалуйста. Да, это календарик. Это, на, знаете, это троллинг. Что я что-то ошибаюсь в русском языке. Подучи, типа. Да нет. Это я вам так. От души. Да? Да. Все, мы вас благодарим. Вам спасибо, что зашли. До свидания. Да, до свидания. Ребята, этот север бескрайний. И чтобы в нем разобраться, вам поможет это учреждение сзади. Находится туристско-информационный центр, где вам расскажут все, и вы уедете куда только хотите вообще. Вот отсюда. Представляете, это на административном уровне для туристов специально создано такое заведение. Нужное, наверное.